Так, танки подъехали, отлично. Это, конечно, легкие танки, довольно быстро разбираются всем, чем можно, но сейчас для следующей мини-битвы вполне подойдут, я думаю. Саперы наготове. Если так. Можно починить, почините. Старые войска передислоцируются, чтобы освободить место новым. Не хватает мне людей. Плюс пока распустить отряд с гаубицей. Хотел использовать ее как арту, но думаю, не стоит. Ваш приказ, товарищ. Все-таки сейчас мне больше нужны именно что пехотинцы, как ни странно, ну или бронетехника. Да-да. А, ну да. Кстати, я тут говорю, не совсем, наверное. Вы понимаете, что происходит? Дело в том, что сейчас за эту точку будет очень неслабая битва. Я имею в виду, когда мы ее возьмем. Будет несколько волн противника, в том числе и с применением бронетехники. Я хочу просто к ней подготовиться, к этой битве. Вот. Потому что, несмотря на кажущуюся простоту, просто отбиваться в стиле Last Stand, она... все-таки эта битва может немало вам крови попортить. Так. Что тут еще кто остался? Вы под обстрелом! Чего вы хотите? Самоходки уже как артиллерия не может использоваться, да? Ну ладно. Так, отлично. Пулемет у нас есть, но пока точку, естественно, брать не будем. Сейчас уж подзачистим все, что можем. Так, отлично. Ну, последний отряд фронтовиков на данный момент, который мне доступен будет. А, да, кстати, вот этот мостик лучше раздолбать. Дело в том, что... удар идет с двух направлений, с той области, которая сейчас в тумане войны находится, и, собственно, с этого моста постоянно бежит пехота. Вот, если мост раздолбать, у вас будет только одно направление удара, и его, естественно, намного проще задерживать. Все отлично. Еще и лед уничтожили. Так. Ну да, больше нам войска пока недоступны. Да, товарищ. Да, товарищ. Как бы тут получше солдаты всех расставить? Готовы. А, ну вот они. Танки не... Установить ПДО! Почту мешки с песком или оков. ПДО на месте. Так. Отряд, переместить орудие. Выступаем! Ну, ладно, пока сбережем этих новобранцев. Или не сбережем. Нет, пусть... пусть будет так, не хочу их потом распихивать дрожащими руками в гаубицу в эту. Противотанковое орудие. Вот. Так, здесь засесть-то можно?
Это будет принадлежать народу. Если нельзя, то очень плохо. Куда же гвардейцев-то? Да, да. Так, да, гаубицы лучше держать чуть поодаль, чтобы по ним танки не палили. Это, во-первых, и, во-вторых, они смогут выполнять функцию артиллерии. Это намного более удобно. Так. Чтобы выдержать удар. В общем, план такой. Я отодвигаю с точки вообще все войска, кроме, может быть, пулемета. Пусть немцы, управляемые искусственным интеллектом, ее захватывают, сколько влезет. Они на этом и проколятся, потому что просто станут мишенями под перекрестным огнем. Так, так, вот только бы, конечно, как-нибудь распихать сейчас гвардию. Очень не хотелось бы ее терять в этой битве. Да, идем. Да, да. Если бы, кстати, гаубица у меня сохранилась, можно было бы тоже из этой гаубицы, ну, захваченной в самом начале битвы, в самом начале миссии, можно было бы из этой гаубицы тоже обстреливать вот эту точку, но прям очень ощутимого результата это не принесло. Хотя, конечно, все равно это облегчило наше положение. Ну, сейчас пока пехота, ничего тут сложного нет. Даже бронетехник нас особо не напугает вот это. Все. Так, это... А! Кстати, да. Совсем забыл об этом приятном бонусе. И еще один повод, кстати, чтобы отдать противнику сектор на время. Ну, вы сами видите, что у нас где-то полторы минуты, чтобы его в случае чего захватить. Этого более чем достаточно. Сделать одним отрядом пехоты это достаточно легко. Готовы. Отряды фронтовиков готовы к бою. Украли отступление, смертная казнь. Хорошая работа, товарищ. Приближается бронетехника врага. Мы сделаем это для вас. Выдвигаемся на захват. Новобранцы-фронтовики... Конечно, рисково немного гаубицы сюда выдвигать, но... Надеюсь, что все-таки... Да, все миновало. Все опасности. Готовы. Мы выдвигаемся. Отряд выступает. Так, а вот теперь пойдет самый настоящий бой. Отлично, минус один. Так, попробуем артобстрелом из сушек. Заработать себе здесь преимущество. О, черт. Как они смогли-то? Ладно, на этот случай у нас как раз-таки есть новобранцы. Все, отлично, отлично. Держите квадрат! Не оставим врагу и пяди советской земли! Несмотря на то, что я вроде как уверен в обороне, которую поставил, все-таки такое напряжение перед каждой волной прям чувствуется. Враг не должен получить подкрепление! Затяни штуки потуже! Так, началась сеча, вернее, продолжилась. Целеустремленно ты этот штук прям на наши танки попер, а? Попер, так и умер. Так, и еще минус танк. Отлично. Все. Мы занять его!
почти уничтожили всю их бронетехнику. Зачистите остатки их гарнизона, и Шлиссельбург наш. Ну, вот на этом, кстати, заканчивалась миссия в бета-тесте, ну или в демо, как хотите, называйте. И начиналась вторая половина, в которой я первый раз, как я уже не раз сегодня упоминал, облажался. Сейчас попробуем все сделать правильно. Ну и да, я извиняюсь, что не совсем чистое слепое прохождение получается. Все-таки до этого оно было таковым, все миссии проходил с первого раза и играл в них первый раз. Ну вот, а здесь получается, что такое преимущество у меня какое-никакое есть. Преимущество, которым еще, кстати, надо суметь воспользоваться. И, кстати, первое, что нужно сейчас сделать, это закрепить оборону штаба хоть немного, потому что туда сейчас периодически будут наведываться пехотинцы. Так, о, господи, еще тут все раздолбано до сих пор. Ладно, я надеюсь, гвардия подоспеет вовремя, в случае чего. Так. Так, так, так. Никого бы... Попробую... ну, кстати, не только по тому направлению. По нескольким направлениям периодически сейчас будут производиться атаки, вялые, но все-таки неприятные со стороны противника, так что нужно эти направления закрепить. В основном атаковать будет пехота. Так, что? Я надеюсь закрыть эти направления как раз-таки пулеметами. Пулеметными отрядами. Не совсем, наверное, все-таки равный бой. В смысле, Т-70 против Панзерфаустов, но... Артиллерия его уравняет, нет? Немножко, немножко уравнял еще. Фига себе, немножко. Беру свои слова назад. Так, так, так. Все, все, хватит. Вы слишком стараетесь, ребят. Еще одна машина потеряна во благо Родины. Вы слишком постарались. Так, ладно. Пулеметчики к битве готовы. Глупая смерть, очередная глупая смерть. В этом прохождении, но... Но, честно, я все-таки никак не привыкну к тому, что здесь свои могут наносить своим же урон. По крайней мере, ну, чем-нибудь взрывоопасным, гранатами или той же артиллерией. Что, в принципе, логично, но непривычно. Обычно в стратегиях такого не то, что нет, но я как-то не привык к этому просто. Так, ладно. Пусть бронетехника покачинится. А мы расставим нашу мини-оборону. Так. Кстати, как ни странно, нападать будут почему-то с южного направления на штаб. Ну, во всяком случае, в прошлый раз, когда я играл в эту миссию, так и было. Это меня очень удивило, потому что там все-таки наши войска как-никак. Да и штаба у противника там нет, но тем не менее. Ну, опять же, северное направление все-таки держит гвардия, так что я думаю, на этих ребят можно понадеяться. Так, что... А, да, снять... флажку. Так, что еще? Ну, я думаю, вся эта бронетехника, что здесь стоит, как-нибудь отгонит настырных немцев. Тем более мы сейчас еще и пулеметами поможем. В принципе, у противника в данном случае, как я понимаю, задача просто отобрать у нас точки.
Кстати сказать, вот точку, где мы брали, вернее, уничтожали вторую гаубицу, лучше отдать, если вы этой гаубицей не пользуетесь. Как я в данный момент, она просто не нужна. Так, вроде все направления перекрыты, основные, на этой точке, а она все-таки, как вы понимаете, важная. Мы готовы строить и взрывать. Посмотрите, нельзя ли починить. Ну, по крайней мере, до того момента, как мы, извиняюсь, не захватим аналогичную точку в центре карты. Так, куда же мы без противотанковых орудий? Попробуем такой компашкой попутешествовать по городу и посмотреть, какие достопримечательности выставил противник. Да, сильно нас покуцали. Хорошо, хоть ни одно здание не уничтожили. Это, учитывая уровень повреждений, можно даже сказать, какое-то чудо. Хотя, с другой стороны, будь я просторопнее с уничтожением второй гаубицы. Ударной армии почти прорвали оборону немцев. Захватите возвышенности, чтобы поддержать наступление. Так, дополнительное задание, отлично. Так вот, закончу мысль. Будьте просторопнее с уничтожением второй гаубицы, сейчас бы было бы нам попроще. Ого. Да, без арты здесь точно не пройдем дальше. Хорошо, танк вражеское ПТО не покоцало. Отлично. Так, бронемашина. Ну, здесь, я думаю, танк сам справится. Даже несмотря на то, что у нее огнемет. Ну, все. Как всегда, картинная смерть. Есть приказы? Внезапно ты... Немцы с панцершреками появились. Казалось бы, разбираешься такой спокойно с пулеметчиками-самоубийцами, а тут бац, панцершреки. Ах ты. Так, сейчас. Действительно важная проблема. Ну, естественно, решается она всегда посредством арты. Единственное, что я сейчас боюсь... всю нашу бронетехнику могут спокойно раскидать. Фу. Отлично. Так, еще какие-то у них укрепления там есть. Ну, для бронетехники это, конечно, плевое дело. Главное, чтобы там никаких сюрпризов не было. Неожиданных и неприятных. Так. Ну, попробуем проштурмовать этот фланг, эту высоту с помощью вот такой вот гаубицы артиллерии. Посмотрим, что из этого выйдет.